нас понимали, что все на самом деле зависит от каждого из нас. И понимали мы все, что компания, которую сегодня называется «Культура», это мы с вами. Мы ее создаем вместе. В принципе, все те, которые сидят в этом зале, и все те, которые стоят на этой сцене, ребята, мы с вами одни из первых людей в очень крупном, серьезном легальном проекте. Человек, который знает, куда идет, знает, кого за собой зовет. Я хочу, чтобы сегодня вы действительно пожелали этим людям успехов огромных, потому что у них есть огромные-огромные цели. Поэтому мы должны набраться действительно знаниями успешного человека. Потому что все в наших руках. Вот тут-то до меня дошло, что это действительно классный бизнес. И, да? Поэтому вот так у нас все и получилось. Мы работали результативно. Станьте себе светом. Выйдите вот из-за спонсора и покажите свое сияние, потому что люди пойдут на ваш свет. Мы все шли к этому каждый своим путем в своей жизни. Кто-то делал ошибки, кто-то был в успехе, кто-то искал этот успех, кто-то волей судьбы только-только познакомился с этими возможностями. Но мы все сейчас на старте. Даже какой-то части будет достаточно, чтобы вы уехали с этого события еще с большей уверенностью того, что когда-то, только вчера, где-то несколько месяцев назад был этот проект. Поэтому я вас всех поздравляю.